Че все боятся? Пошли, смотри, как он. Это снова YouTube-канал Павла Бочкарева. Сегодня мы качаем плечи. Ой, насмотрелся своих тиктоков. Тиктокер 40-летний. Сам тренажер очень тяжелый, мы поэтому пока с резиночками делаем. Без продюсера сегодня, без продюсера. Размялись с двумя резиночками, с одной пожестче, с другой поменьше, пустым. Вот сейчас по десяточке накинули, будем делать дальше, разминаться. Тяжело, конечно, уже тяжело. Так, ну я обязательно все подходы записываю. На выходе, мне кажется, где-то в общем будет 110. Даже может и 120. Тяжелый очень сам вот этот тренажер, сам Смит. Так, ну на 6 я делал, оказывается, я посмотрел, на 6 у меня там. На тяжелый, зараза. Сделали жим в Смите с груди. Сейчас будем делать жим гантелей сидя. Потом я еще за голову в Смите жим. Размялись десятками, размялись семнашками. Сейчас тридцатки сделаю. Сегодня с сороковочками сегодня поработаю на количество повторений. И потом пойдем жим делать за голову. Откуда? Нам же надо видимость создать, что тяжело. Правильно? Опа! Пойдет, нет? Вот вам. Опа. Хорошо, что стабилизатор. Вот оно, пузо. Настоящего химика. Че, пацаны? Ну ничего. Вот, и тут все сейчас сначала. Вся вот эта вот процедура разминки только за голову. Есть утяжелители, а это облегчители. С облегчителями сейчас будем делать. С двумя облегчителями. Да, ты уже спрашиваешь, что ничего не повесил. Вот повесил. Так, ну все, сейчас еще пару подходиков бахнем. Д3 витаминчик вот выпьем. Витаминчик. Ты пробовал вот такой вот ежевик? Ну, он же вот эти всякие нервные там импульсы усиливает. И с него такое снится, короче. Просто как будто вот, ну, ты просыпаешься, и как будто ты в кино на аттракцион какой-то сходил. И я бывает, я прям по 2 минуты, вот я проснусь, и я там по 2 минуты залипаю, пока осознаю, как бы мне это приснилось вообще или что. Там тебе что-то это. Такой накопительный эффект имеет.
Если это работает, ну вот на вот, вот в этом плане, значит, он усиливает работу мозга. И, соответственно, импульс от мозга к мышцам и все дела. И, в общем-то, получается, что ты становишься сильнее. Да он недорогой, он что-то, кстати, там до 1000 рублей. Я выпил уже, это вот третья банка, сейчас четвертая будет. Но я пью одну утром пью, одну на ночь пью. Одну, да. Ну, я, ты знаешь, я подумываю даже, может быть, увеличить, там, до 3. Попробую посмотреть, что будет. Я спал, и мне ничего не снилось раньше. А это я сейчас смотрю прям такое кино. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока-пока.